Руководитель области Юрий Горбуз подписал распоряжение о ликвидации аэропорта в Северодонецке. Рабочая группа, которая изучала состояние дел на предприятии, пришла к выводу о нецелесообразности его дальнейшего существования. Наш корреспондент Валентин Сычев расскажет подробнее. 1 ноября Северодонецкий аэропорт прекратит свое существование. Это решение Юрия Горбуза. Ранее бывший губернатор области Георгий Тука поручил разобраться с положением дел и перспективой развития аэропорта. За результатами роботи цієї робочої групи було дійшло висновку про недоцільність подальшого функціонування аеропорту. Теперішній руководитель області Юрій Горбуз 15 июля підписав розпорядження о ліквідації аеропорту. Сьогодні в аеропорту працює 9 чоловік. Генеральний директор комунального підприємства знаходиться в відпустці. Він прокоментував результати роботи комісії по телефону. Робота комісії була направлена на виявлення каких-то недостатков в работе, в моем управлении. Чисто она работала однобоко и за уши протянуты какие-то другие нарушения. Но на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, оригинала документов и первичной документации, подтверждающих какие-либо нарушения, мне так и не предоставлено. Я слышал о том, что подписана ликвидация аэропорта. 1 августа ликвидационная комиссия выйдет в аэропорт. Руководство и коллектив ознакомят с началом ликвидации предприятия. Валентин Сычев, Андрей Бригидер, Подии.